Бесплатный номер 8 800 211 34. Зовите меня Тед. Книга о реальном человеке, который основал компанию «Медиа», компанию CNN. В своей книге, вспоминая о ранчо, которое он купил, «В первые годы владения ранчо я пребывал в состоянии восторженности и потому наделал ошибок». Так, например, на ранчо Flying D на нескольких сотнях миль были проволочные заграждения, а я их взял и убрал все. Считал, что тогда бизоны смогут свободно бродить по участку в 32 тысячи гектаров. Но стало ясно, что животные пожирают все в одних местах и не добирают в других. И нам пришлось восстановить некоторые ограждения. Могу добавить, не из колючей проволоки. Во как интересно бывает, а? Две мысли отсюда берем. Первое. Если ты испытываешь состояние восторженности, ты можешь наделать лишних ошибок. Когда тебе классно, ты радуешься, ты весел, тебе хорошо, важно, чтобы кто-то следил за тобой. Вовремя подсказал тебе, что тебя парень заносит. Это первый вывод. А второй? По-любому, все равно нужны какие-то ограждения, все равно нужны какие-то границы. Без них наши бизоны будут есть траву только в одном месте. Без них мы будем видеть только одно в отношениях. Когда у нас есть границы, за которые мы не можем выйти, тогда это помогает нам видеть что-то в любимом человеке, в друге, чего ты раньше не видел? И никогда бы не увидел, если бы не было этих границ. Ты чуешь тему? Границы – это очень нужная вещь.